Здравствуйте, с вами Дара. Продолжаю знакомить вас с рецептами лечения из книги, которая называется «1500 рецептов народной медицины». Ее автор из семейства фитотерапевтов Лавриновых. Сегодня хочу вас ознакомить с лечением фурункула носа. Лечение фурункула носа лекарственными растениями связано с определенными трудностями, поскольку иногда оно должно сочетаться с другими видами терапии, в частности, с применением антибиотиков в осложненных случаях. Местное лечение заключается в применении противовоспалительных мазей, которые могут быть приготовлены из цветков бессмертника или календулы. Для приема внутрь при фурункулезе по полстакана 3 раза в сутки в течение 10-12 суток можно рекомендовать сборы таких лекарственных растений. Настой травы зверобоя 10 грамм на 200 мл. Настой травы будры плющевидной 50 грамм на 200 мл. Настой листьев подорожника, настой листьев мати мачехи, настой листьев мяты перечной по 10 грамм на 200 мл. Настой травы тысячелистника, настой листьев крапивы по 10 грамм на 200 мл. Настой корня гравилата городского 15 грамм на 200 мл. Отвар плодов шиповника 10 грамм на 200 мл. Хорошо зарекомендовал себя такой сбор лекарственных растений. Трава дубровника белого, трава репешка, трава хвоща полевого, листья крапивы по 30 грамм, трава дуванчика, семя льна по 20 грамм, трава фиалки трехцветной, цветки ромашки по 25. 2 столовые ложки этого сбора кипятят в течение 5 минут в пол-литра воды. Принимают по 1-2 стакана 4 раза в день до еды. Лекарственные травы, корни, плоды вы можете купить в нашем интернет-магазине. Ссылку смотрите в описании. Будьте здоровы!